Абрамов многих героев своих произведений писал с земляков, жителей родной Веркова. У кого-то заимствовал отдельные черты для собирательного образа, а кто-то становился уникальным прототипом литературного персонажа. И среди них героини рассказа «Майка Плотник» Нина Павловна Иванова. Много лет назад она поразила знаменитого земляка своим плотницким талантом. Абрамов не мог поверить, что молодая женщина сама срубила дом. Да какой! Целый терем с балкончиком. Предлагаем вам прослушать рассказ «Майка Плотник». Удивлению моему не было предела. Девка – плотник. И добро бы там какой-нибудь хлевок сварганила, сарай сколотила, ну, баньку, наконец. А то ведь дом срубила. И какой дом! Ладненький, веселенький, со светелкой чердаком. А у той светелки чердака еще балкончик с точеными перильцами. Телек. Не ты один ахаешь, разговорилась старуха-мать. Все не верят. Топор не прялка, у мужиков-то не у всех в руках держится. Да нужда чему не научит. С пятерыми девками я после войны осталась. За всем, за каждой безделицей в люди бежи. Гвоздь какой вколотить, доску прибить, напросишься. А вот Майка все это с малых лет видела. Последняя у меня. С малых лет начала за топор хвататься. А в школе-то на уроках труда она уж табуретку сделала. Да, табуретку. Теперь жива. А там дальше да больше и до дома дошла. Ну, топор счастья бабе не приносит. А что? А то до 30 одна за стол садится. За худого да безрукого сама не хочет. А рукастый не хочу топора в кровать. Майка, она как раз в это время вернулась из лесу с полнёхоньким коробом красных сыроед и масляных груздей. На топор не походила. Это уж мать хватила через край. Легкая, синеглазая, грудастая. Не каждый день такую увидишь. И в душе у меня опять начали подниматься сомнения. Майка разрушила их. Она взяла топор, доску еловую и живёхонько вытесала маленькое весло на память. Из воспоминаний Нины Павловны Ивановны. Она прекрасно помнит день, когда вытесала Федору Александровичу знаменитое весло. Это было 19 августа. Спасов день. Дом у меня уже стоял. Я ограду для него делала. Рейки строгала. Смотрю, Федор Александрович. Нина, мне веселка бы надо. Проблем нет. Весло ведь не лопата. Она позади листи будет. Больше времени требует. Взяла доску, очертила. Топором, рашпилем, да рубанком прошла. И готова. О, какой гладкое. Даже занос не будет, сказал Федор Александрович. Серьезно обучиться плотницкому делу тоже жизнь заставила. Отец Павел Лазаревич, знатный печник и плотник, был тяжело ранен на войне, остался инвалидом. С мужьями не повезло, с первыми двумя быстро развелась, а третий просто оказался не рукастым. Попросишь дров наколоть, а он топор-то сломает. У Нины Павловны четверо внуков и дочь учительница. У слова «плотник» нет женского рода. Вот и вошла Нина Иванова в большую литературу майкой-плотником. Спасибо за внимание.